обращение за субботу, вы так напомнили? Да. Я несчастный, собрался с силами. Ладно, не это самое, не обижайте. Тебе что, положи? Вкусненького. Сомневался, еще горячий, еще плотный. Сосед так я много горя шокает, сказал, что у нас... Моя болезнь, я все время накидываюсь на первый ряд. В смысле, на салат. Я поступил в географический, правда, потом... В армии работает, в студии вот этих проблем. Закончил такие инженерные подобные мата, что интересно выступать из провинции. И также не сложилось еще попробовать в северную страну. Но как классики перефразируют классика, ко всему привыкает человек. Привык и привык и Герасим к сельской жизни. И там последние вот 27-й год. Там дети уже неожиданно до сих пор не знаю, а что это сделать, ну, занимался многими проектами, работал. Перебью. Латинский язык как? Нормально? Для утоли сесть. Работал на государственной администрации в области охраны окружающей среды. Работали в Африке, на озере Танганьика, в Европе. Крупнейшие озера, если какие-то вопросы. Если кто хочет на рыбалку в Финляндию, пожалуйста. Это опрометчиво. Еще я вспомнил, мы вспоминали товарищей, Мишу Белову. Мне вот так вот, мы жили в Саденске, в одной палате. Может, кто-то слышал эту историю. Миша была такая заначка, то ли конфету, то ли еще что-то. Миша какой? Белов. Конфета? Спросили, Миша, поделись. Классическая история. Да. Миша делал пазлы. Мало. Миша, он еще более длинная пазлю. Да не им. Так, Миша, дай. Нету, да. Заночка, да, обычно там с сигаретой. Очень стремится попасть. Для этого надо было сдать досрочный экзамен по истории ГПС. Это страшный предмет. Знаем. Это лучший предмет. Плавали, знали. Я прям говорил. Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Я не всем рассказывал. Я хочу выучить серый том, который очень было удобно открывать в бутылке, когда штопора нет. Стучали. Это у нас кто бутылки открывал? Обсъеду, да? Нашел пальцы. А уж не помню. Но стенку разбили. Не стенку, вернее, бутылку. А чтобы списать, не успевал я просто такой день. И запомнить даты, это было невозможно. Потом результаты вернулись. Значит, я пришел, вписываю, так сказать, активно. Он, естественно, увидел, ставишь том, а том упал толстый, громкий, и толстый. Он его забирает, и написывает. Помню, все общежитские штучки. Ну, значит, я ему что-то ответил, там, пролепетал, он говорит. Ну, в общем, отвечал ты на три. За то, что списывал, ставить тебе надо два. Но учитывая, что ты занимался в семестре, я тебе ставлю четыре. А жаль, мог бы и пять получить. Когда я приехал на работу в город Тампере, там Эрфорс, я долго ходил на работу одним каким-то маршрутом. Мне как неведомо было, что как я его все время выбрал. Потом прихожу в музей Ленина, который, кстати, единственный музей в Европе. Смотрю, оказывается, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной этим же маршрутом ходили из гостиницы, там, где мой рабочий офис. Историческая память называется. Генетическая даже. А географ это какое имеет отношение? Аудитория имени Баранского, 29. Профессор Баранский, он участвовал в этой конференции. Во, генетическая. Связи времен. Пересечение. Ну и за всех нас. Ура.